Всем привет! Мы уже встали, нацеловались с Чарли. А вот, насмотрелась я на небо, время 8:30. Смотрите, какая у нас погода хорошая, 14 градусов на улице. Ой, в глаз прям пальцем вылезла. Ой, мамочки. Краситься я не буду, потому что все равно целый день в самолете. Вот, и Чарли с собой я тоже не повезу. Потому что он будет сильно расстроиться, увидев меня, что я уйду куда-то непонятно и не вернусь. Да, моя рыба, сладкая? Иди сюда, мама. Иди сюда, мама. Так мы с ним улыбаемся, целуемся. Ой, ты мою такую жабу. Тихо, какая любовь. Помните, какая любовь. Вот так вот мы теряемся. Это так, кстати, каждое утро. Да, да. Ой, он еще любит этот халат, играть с этим халатом. Да, да, да. Ой, такая любовь моя неземная. Вот. Пойду сейчас завтракать. Ой, и не знаю. В общем, я встала себе. Сегодня у меня ничего не болит, ни горло, ни насморк, ничего. Я так рада вообще. Я, знаете, ну, ночь так более-менее спала. Вот, ну и прислушивалась, болит ли у меня горло, не болит ли. В общем, ничего не болит. Можно кушать мою племянницу. Ой, все равно еще не верится. Ну, чемоданы собраны. В общем, муж куда-то учесал. Мне там должны кое-что родственники передать. Его родственники моим родственникам. Не знаю, получится у него, не получится взять. В общем, пойду умываться, завтракать и в путь дорожку. Ну, вот и все. Чарли остался дома. Так мне его жалко, плачет. Ну ладно, что поделаешь. Сейчас муж сказал, что быстро вернется, отвезет меня. Но все равно 3 часа его точно не будет. Так мне его жалко больше всего. Приключения начинаются. Жарко. Ну ладно, жарись. В общем, багаж сдала. Только вот не пойму, куда я прилетаю. Что родственникам сказать? Ой, вообще билет такой смешной какой-то, непонятный. Ну ладно, сейчас иду уже на контроль. Это от безопасности, что ли, он? В общем, у меня 3 килограмма перевеса, но никто на это не обратил внимания. Пойду с мужем-то попрощаюсь. Все, я прошла. И моя черемоя, кстати, тоже прошла, которая там. Так, у меня еще 1 час с лишним. Я не люблю вот эти магазины duty free, duty free и все такое. Вот, но 1 час где-то надо торчать. Я вообще я очень переживаю и волнуюсь. Я не часто летаю, потом мне все кажется, что я что-то не знаю, что я что-то не то понимаю вообще. Но все это так легко проходит, что оказывается я не такая уж и дурак. И все это легко и просто. Вот. Теперь бы мне найти мой самолет. Еще я не понимаю, в какой я терминал прилетаю, в Шереметьево. Отправила целый билет своим родственникам, пускай они голову ломают, где меня встречать, потому что я вообще не понимаю. Вот. Вот. Вы знаете, до меня только сейчас доходит, что я куда-то лечу. Вот только нервяк прошел, я так нервничала вообще, потому что билетов не было, ну как, я не знаю. Ну, написано, какой-то чекинг, еще что-то. В общем, голова была кругом, вот, но когда вот сейчас уже все, считаю, уже нашла свой выход, уже как-то поспокойнее стало, и можно расслабиться. А так прям вообще нервяк такой меня прям долбил вообще. Так, это мужской, где женский, да. Можно выдохнуть и прочувствовать, что я наконец-то сегодня... Хотя у меня чувство, знаете, двоякое. И хочется, не хочется, представляете? Как бы уже домой хочу, на свою кроватку, еще что-то. Ой, не могу. Я уже в самолете, у меня место в окошечке, правда, в самом конце.
Ой, блин, жара, я вся спарилась. Пипец какой-то. Кудри вьются, кудри вьются. Чем вот так? Осталось всего лишь 5 часов. Мама мия. До встречи. А вот так чемоданы наши пошли в путь. Ну, слушать, нормально, он обращается с ними, нифига не кидает, как бы тогда. Очень даже все цивильно. Еще он, наверное, увидел, что я его снимаю, и еще цивильнее начал. Смотрите, ну, что ты так, ну, что ты? Вот это чемоданище. Я уже разделась, майку в одной сижу, у меня футболка обычно белая, такая жара, я просто не могу. Все спарилась. Так вот, самолет полный. Я все радуюсь. Может быть, со мной никто не сядет, но там много народу, поэтому может быть пронесет, и я буду одна сидеть. Прикол будет, а? Радости не будет предела. Хотя самолет полный, представляете? Было бы здорово, если бы я одна. Вообще шикарно. Повезло так повезло. Мой, наверное, уже внутри, потому что я его вообще не вижу. Ну все. Доброго пути, мне. Слушайте, ну мне, наверное, не сказано повезло. Я одна. Везде все занято, а я одна. Офигеть. Я просто в шоке от такой радости. Это все начинается удачно. Ну надо же, а? Вот это удача. Снегу, это Гранада.
мои, буду я трястись дальше. Кстати, лечу я Аэрофлотом. Я даже до последнего момента не знала, что за компания, потому что какие-то эти билеты, и вообще там ничего не понятно было. И вот нам дали вот такое меню Аэрофлот. Значит, здесь вот видите, ну вы видите, что говядина. Основное блюдо либо говядина, либо индейка. Шоколадный пирог, багет, масло. В общем, я, наверное, возьму индейку. И венца красное. Всегда в самолете беру вино. Потому что, ну, уши как-то мне сегодня не заложило. Но как-то, знаете, голова покруживается. И когда вино выпьешь, вроде бы как сосуды расширяются. Ну, по крайней мере, для меня так. Мне становится получше. Но взлетела нормально, даже не поняла. Но вот когда самолет наклоняется, вот куда-то там... Мне как-то хреноватенько. В общем, скоро кушать будет. Время уже у нас без 22. Вот. Так что вот, летим. В общем, сейчас. Идейка закончилась. Поэтому будем есть говядину с кускусом. Тут какой-то тортик. Как обычно, да, это какой-то нарезка тоже, там чай, кофе сейчас принесут, масло. А зачем вот это? Для салата, если... А, это, наверное, салат. В общем, вот такая вот еда. В общем, всем приятного аппетита. Вот так и летим. Бизнес-класс. А вы как хотели? Лежа, все как надо, там окошко, шикардос, чтоб я так каждый раз летала. Спросила пледик, почему-то его у меня не было, и вот сейчас летим. Смотрю сериал, я себе 2 сериала накачала, лететь еще 2 часа, а на улице уже темно. Ой, вообще, вот так вот люблю летать, мне так повезло. Я прилетела. Я вообще даже не заметила, как я летела. Там здорово, я лежала вообще. Говорят, что дойдет снег. Что сегодня встречать? Брать чемодан, встречать родных и... Все. Готов. Привет, родная страна, я у тебя всего одна. Я забрала чемоданы. Все, иду на выход. И сейчас я встречусь с своими и буду, наверное, с вами прощаться. Немного личного пространства должно быть, если так сказать. Так что пошли. Ой, какие нервы, какие нервы. Сейчас. Все, выключаюсь.